Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу вам рассказать немножко про Азимину, которая зимовала у меня в подвале. Видео об этом я снимал, рассказывал, показывал, есть на канале. Если вы не видели, я оставлю ссылку в описании, а также будет ссылка в подсказках. И вот сейчас я хочу вам показать на 13 июня, как она выглядит. Я достал ее из подвала, переместил, достаточно поздно я достал ее, переместил ее сюда вот на улицу, поставил вот здесь вот среди других растений прошлогодних, которые зимовали прямо здесь. И вот на 13 июня она вот так вот выглядит. Практически вся она дала новый прирост. Многие дали достаточно большой активный прирост. Это вот видно вот рядом со мной. Есть многие экземпляры, которые подмерзли, они вот дали прирост с нижних почек. А те, которые не подмерзли, допустим, рядом со мной, она вообще не подмерзла. И она дала прирост прямо вот с самой крайней верхней точки. Вот. Многие спрашивали меня про Азимину, как она перезимовала, чтобы быть уверенным в том, что она точно будет у них расти. И вот я хочу в этом видео ответить. Вот он, показываю вам наглядно ее. Она вся перезимовала, поэтому, в принципе, если вы хотите приобрести, ее можно приобрести. Пишите по контактам в описании к этому видео. Приезжайте, покупайте. Вот такая она прекрасная, красивая, достаточно мощная, сильная. Сажайте и выращивайте у себя на участке такое прекрасное дерево. Ну, рекомендуется, конечно, высаживать минимум 2 для лучшей опыляемости. Сейчас я вас смотрю, наблюдаю, обзорные видео также сниму, да, вот сейчас покажу, пройдусь. Достаточно хороший прирост, многие экземпляры павловни уже дали. В принципе, по 6, 7, 8 сантиметров уже веточки, вот за буквально тут за меньше, чем за месяц с перепадами температур, у нее прирост. Я сейчас смотрю на это, по-моему, наблюдаю, у нее прирост вот сейчас, в данный момент, даже больше, чем у той, которую я высадил в открытый грунт. Я надеюсь, что она в открытом грунте тоже догонит эту Азимину, и также будет прекрасно расти. Ну, на этом все. Еще раз к тем, кто хотел приобрести, пишите. Азимина продается вот в таких вот 7-литровых горшках с закрытой корневой системой. Высаживать можно, в принципе, в течение всего сезона вегетации. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите комментарии. До встречи в новых видео. Пока. Ну, вот такая вот Азимина. Выбор есть. Все растения прекрасные, красивые. Многие уже достаточно сильный прирост дали. Вот, допустим, если обратить вот на эту Азимину, видно, да? То есть новые веточки пошли. Прекрасно себя чувствует растение. Развивается. Здесь тоже погода позволит. Там дальше тоже погода позволит. И они за сезон вегетации, я надеюсь, дадут активный прирост. Так, и вот здесь еще целый ряд тоже. Вот такая красота.